Итак, голосуем за президентство Арсения. Арсений, что сделаешь? Кого канцлером назначим? Да. Терентий. Отлично. О, ну, опять-то братская любовь. Кумовство, кумовство нахуй. Да я нормальные законы приму. Оба фашисты. Либеральные. Отвечаю. Кумовство. Либеральные законы. Я изначально против кумовства. Все, так раз, либеральные законы. Типа, а потом это мой сын всего лишь там. Подождите, ребят, а пусть он объяснит, почему Терентий. Да просто это первый, не важно. Кумовство? Это первый ход, да. Какая разница, кого выбирать канцлера? Все, уже у нас. Ну и все тогда. Да иди ты, бля, ясно. Короче, я ни одной игры не был президентом, блядь, ясно. А выбрал бы другого человека президентом. Без проблем. Выбрал бы другого человека президентом, стал бы канцлером, стал бы президентом. Я выберу Арсения. Туда же, блядь. А, мы голосуем, оказывается? Да. Ну да. Давайте, раз, два, три. Так, а стой, а за Арсения что? Никто ясно, не блядь. Типа? Ясно. Ты против? Следующий. Окей, дальше. Недоверие, блядь. Идет прямо. Кто хочет быть канцлером? Я хочу быть. Я хочу быть, Лиз. Я сама... А ты либерал? Самый лучший канцлер во всем. Да. Конечно. Я родился либералом. Своими усами. У меня усы. Зачем? Так нельзя же. Вот придется поверить на слово. А покажи партийный. Вот он тебя обманул. Да, покажи партийный. Не, я бы показал. Я лучший либерал. Вот смотри. У меня даже нарисован на доске почета. Ну, если третий говоришь, вот смотри. Это я. Это доска почета. А, ну так он, да. Партийный билет. Да, вот. Либерал, руке, либерал. Кармаш. Знаешь, у либералов но, на самом деле цепи. Я выберу Терентия, потому что когда мы до этого играли, наш уголочек так хорошо отыграл. Россия, да, только был либералом, а ты нет. Не, я либерал, я хочу проверить, либерал ли он. Голосуем. О, я пока, давайте, раз, два, три. Единогласно. Отлично. Вот и не надо этой гомосятины. Ясно. Вы карты перемешали? Да. Так по новой же их сдали, чё? Да, я перемешал. Положи обратно, наверное. Всё, перемешали. Да? Перемешал, тогда ладно. Не, я первые две взяла не из перемешанного. Мне их переворачивать? Да там нет, я перемешал до этого. Начала игры. Он до этого перемешал. А, давайте я себе зачитаю правила. Теперь же нельзя становиться... Давай, да, нельзя выбрать прошлого канцлера президентом. Вот так. Канцлер не может быть прошлым. Ну, короче, нельзя приводить к власти тех, кто в предыдущий ход тише. Был в власти. Все, тише. Идет, как это? До свидания, суда. Прошу, тише. Джокер, ты мне портишь крест. Лиза? Да. Как ты это объяснишь? Что? Что ты либеральный закон принял? Мне да. Выпало два красных и один синий. Один красный я скинула, могла бы скинуть бабу фашистом. А может быть синий. Тебе две красных выпало? Точнее, президент может быть президентом, но канцлер не может быть президентом. Как я понял. Кто еще раз, Дима? Президент может быть президентом. Ну получается сейчас. Либеральный закон, меня это радует. Смотри. Ну скажи, Дим. Я просто добавляю, что цвет. Получается, сейчас я, чтобы точно вам сказать, скинуть тюфик. Получается, президент выбирает канцлера. А потом игрок, который был участвовал в последнем принятии политик, не может стать канцлером вообще. То есть президент не может стать канцлером в любом случае. То есть все так же, только президент и канцлер не становятся канцлерами повторно. Ну понял, вот. Если я буду президентом, я сделаю вот этого парня. Голосую за. А мне не нравится. Ну не голосуй, а почему? А он голосовал против, когда я хотел Арсению дать. Как а когда ты, брата, это, протащить дачи строить хотели друг когда другу? Я вообще тогда не голосовал, оказывается, блядь. Не, я у рисовал. Нас типа пока а время есть, раз, я считаю, два, что три. Можно проверить человечка. Видишь, даже брат против тебя. Как будто бы это или что-то, или тогда это имело значение. Господа, однопартианцы. Однопартийцы. Однопартианцы.
партианцы. Однопартианцы. Сегодня будет у нас 1-2-0. Меня очень радовало то, что игроки, которые тянули карты, ни на секунду не задумывались. Неужели это эра либеральная эра началась? Ты видишь крест либерализма. Нет, ты не можешь быть канцлером. Нужный крест, блин. Подожди, Раду, ты президент, ты не можешь быть канцлером. В смысле? Так мы так играли до этого? Нет, он был канцлером. Был канцлером до этого. И теперь он не может стать президентом. Почему? Не может. Нет, канцлер не может. Он не может. Президент предыдущий не может быть канцлером. Если власть была на предыдущем ходу, не могут участвовать. Мы играем на больше человек, Арсений. Да. Чувак, но не могут быть консул и президент, и консул. Давайте Тима закончим. Не-не-не, получается... Человек, который просто участвовал в предыдущей принятии политика президента, консул, не могут становиться консулом опять. То есть у нас консул, был президент консулом, может. А теперь он не может. Все, то есть... Ну все, на, Радуга, я верю так в тебя. Так я не понимаю, я президент или не президент? Ты, президент, да, ты президент. Ты президент. Не скипай. Радуга! Ты президент. Кто? Но ты не можешь Яршуса выбирать, а у нас раньше можно было так. Давай, сынок, топлю я за тебя. Я тебе отвечаю, что я либерал, и мне очень стыдно, да, что я в прошлый раз тебя убила. Ну тогда не обращайся, Радуга. Не обращайся. Радуга. Так это личная обида, Радуга, моем... для страны. Он так вообще Гитлером был. Сынок, я не Гитлером. Тебя такого. Личная неприязнь. Я же выбрал тебя, несмотря на личную неприязнь. Так я же не могу тебя выбрать. А ты понял, так я же выбрал бы ее, несмотря на твою личную неприязнь. Она меня убила. Так а я тебя тоже убил. Нет, раз, он два, тебя убивал. Три. А я его не убивал. Я нет, ты не понял, сынок. О чем Дима. Почему? Макс говорит. О том, что Радуга убивал Макса, но при этом Макс выбрал его канцлером. Без проблем. Без всяких там заморочек. Потому что наоборот. Это новая партия. Йорк-тёрн. Я смотрел, он занимается этими штуками. Прошу за... Ладно. Господа, сегодня ужасный день. Мне президент дал два. Ясно. Там нечего было решать. Хочу заметить, что Синий опять молчит, а Дима достает красные законы. Да мне дали всего два, я не достаю. Мистер Арсений, я не достаю, я выбираю из двух. Ну окей, ладно. У меня было три красных, я признаю. Я дал. Потому что, блядь, не с чем удивляться, когда синие на этом на столе. Мне дали два синих, я одну синюю выкинул. Окей, кто сейчас получается президент? Тебе дали две синих, ты одну синюю выкинул. Хорошие, блядь, эти признания от Радуги в прямом эфире. А как должно было быть? А что он сказал? Да правильно. Мне дали две синие, говорит, я одну выкинул, дал Диме остальное. Дима выбрал красный. Я про предыдущую говорю. Когда Шус мне дал. Дим, если я баллотируюсь, я говорю, да. Я к тому, что типа мне выбрало три красных. Как если ты понимаешь? Истинный либерал, то ты выберешь меня канцлером. А, то есть Шус тебе дал две синих. Ну, просто. Если тогда ты мне дашь синие законы. Поиграй со мной, алё. Да не, парень, мне канцлера не надо давать. Я в третью игру посижу без канцлера. Дима, пасуй! Нормально. Ну, Дим, мы с тобой Арсений даже не знакомы. Ты видишь? Пасуй! Он разговаривает, он не канцлер. Дима, можно мне? Дима, можно мне? Дима, давай, я пас тебе, смотри, а ты пас мне. О, я попасую. Терентий, пожалуйста. Спрашивает, ну Терентий был канцлером, и вроде бы вы приняли хороший закон с Лизой. Да. Ладно, дай Арсению, то он сгорит. А что, Лиза? Да не, парни. Я говорю, я либерал. Если ты мне дашь хотя бы один синий закон, то я его приму. Он не заслужил. А, не дам. Дима, давай. Мы с Джокером вообще можем не играть, парни, мы посидим просто. Да, мы посидим. Подождем, когда там... А что ты так хочешь будет? Канцлера? Ты хочешь принимать? Ты станешь моим канцлером, Арсений. Арсений. Ты хочешь принимать плохие законы? Да нет, чувак, я просто. У нас, по-моему, все хорошо. Я вангую, что будет хорошее. Я вам говорю, я вангую это. Ты против, чтобы я был канцлером, Арсений? Да, я против. Ты против, чтобы я был канцлером? Я понял. Ты, Радуга и Дима мне не очень нравятся. Ой, Джокер, сори. Не Дима. Давайте, раз, два, три. Я не ожидал. Джокер сидит молчит. Знаешь, просто, Дим, какой прикольный лицо. Ты просто. Его канцлером назначаешь, он тебе говорит, ты если рад, молчит, и Дима мне не нравится. А он может и поставить, что он против. Я своего наводчика оператора вообще не ожидал такого слышать. Как можно жить в одном танке так? Вы знаете, что такое свобода? Что вы там делали в одном танке? Жить, говорю, в одном танке. Жили? Как долго? Вы жили, а жить. Тихо. Законы принимаются. Поновные депутаты.
Так, парни, сегодня плохой день. Ну да, все, Дима, а теперь как президент, Дима, а теперь как президент, он, как президент, у меня было право выбрать. И я вытянул, я дал ему синюю и красную. Я ему дал синюю и красную. Я ему дал, я вытянул две красные. Да, Дим, но при этом приняли красный закон фашистский. Потому что мне дали две красных, но в этот раз я вытянул две красных и одну синюю. И в прошлый раз, если Радуга скинул синюю, то я оставил ее. И я дал Арсению синюю и красную. Так Радуга все-таки скинул синюю? Да и Радуга не скинул. Вы глупые, блин. Это был канцлером. Хорошо. Радуге было три. Радуга мне дал две красные. В этот раз я дал Арсению синюю и красную. Арсений наебывает. А, я могу замолчать. Ребята, Нет, в том плане, что ты путаешься в показаниях. Я не путаюсь. Подожди, я все говорю. Блять, давайте так, просто Джокер меня проверит. И все. Я проверю Арсения. Хорошо, договорились. А если Джокер и Арсений любой, фашисты любой. Вместе? Хорошо, любой, не Джокер, любой меня проверит. Давай я проверю. Давай. Я хочу, чтобы Лиза... А в смысле, президент должен проверить? А разве президент сейчас не должен карточку проверить? Нет, следующий президент. Я ни разу Дима, не проверял, я хочу проверить. Лучше проверить, блядь, Диму, потому что он дал мне две красные. Нет, То есть Арсений наебывает, и вы верите. Бля, Дима, я за тебя. Даже если Джокер тебя проверит, я прекрасно слышал тебя. Нет, подождите, так сейчас ясно. Джокер, просто, по идее... Стойте, подождите. Подождите секунду. Да, понятно, блядь. Ребят. До этого Дима был президентом, приняли фашистский закон. Джокер. То есть это он будет проверять карточку, да? Да. Я просто в правилах это, я третий раз играю. Я не был ни разу ни канцлером, ни президентом в этой игре. Ясно, блядь, попросил канцлера. Ну кого ты назначаешь, Джокер? Ну ты Джокер, проверь Дима, пожалуйста. Выпросил и наебал. Я его назначу. Что, блядь, я наебал? Охуенно, блядь. Слышишь, Джокер? Да, действительно! Синенькую и красненькую! Сбросил! Давайте! Блять, жалко, здесь нельзя проверить три последние карты. Бля, жалко мне... Давайте, не спешите. Действительно очень жалко. Я предлагаю скипнуть Джокера. Я предлагаю скипнуть Арсения. И я предлагаю голоснуть за Теренти. Чтобы я проверил? Да. А какой толк в этом? Я говорю тебе, Дима вряд ли пиздит. Я знаю эту интонацию. И Арсений говорит фальшиво. О, ясно. Теперь смотри. Сейчас избирается Джокер. Он проверяет Диму, говорит, что Дима фашист. Когда Арсений фашист. Да, да. Я с Джокером фашист, блядь. Я проверю Арсения. Я говорю, что Джокер фашист. А если он проверит Арсения, он скажет, что Арсений не фашист. И на этом будет все. А давай он тебя проверит и скажет, кто ты. А он скажет, что я фашист, да, потому что я лежал. Давай фашист, блядь. Давай, раз вы такие оба пиздатые, мы оба сейчас два хода скипнем и Теренти проверит, кого. А не, а давайте сейчас голоснем. А давайте голосовать, каждый своим умом. Давай. Раз, два, три. Подожди, Дима. Я достал уже. Угу. Даже Дима проголосовал, да. Я должен кого-то проверить, правильно? Да. Проверь Дима, пожалуйста, Джокер. Я хочу очень сильно Арсения проверить. Потому что он обвинил меня в том, что я фашист. Потому что ты молчишь всю игру. А может, да. Теренти? Вот молчишь всю игру, лол, фашист, да? Проверяй, Арсения. Можешь меня, но это бесполезно. Лучше кого-то я. Радуга, кстати, молчит. Смотрите, Радуга молчит, он фашист. О, нифига себе. Ясно. Вот это. Сейчас мы проверим из того, что, блядь, говорят. Еще и вместе сидят. Вот смотри, я проверю Арсения. Хорошо. Скажу, мне кажется, как правило, если у Джокера бомбит, то он либо не фашист, либо он... Говори сразу, Джокер. Фашист. Да, блядь, давай. Я говорю, Дима... Опа, блядь, что Арсений? Дима, что Арсений? Блядь, синенькую скинул? Дима и Джокер. Блядь, что я скинул? Ой, да, Дима и Джокер. Ты фашист, Арсений. Потому что, блядь, Дима дал мне две красных. Я тебе дал синюю и красную. Радуга дал мне две красные. Но ты сейчас наебываешь. Шок ебаный. Кого я наебываю, блядь? Дима, ты дал мне две красных? Блядь, я тебе дал синюю и красную. Я не знаю, что Радуга тебе дал. У тебя был выбор, Арсений. Короче, у тебя в этот раз был выбор, у меня не было. Я попросил, блядь, канцлера один раз, потому что я меня не президент, а не канцлера. Ты даешь мне две красные. Ну я взял и дал тебе канцлера, и сразу наебал меня. Арсений там ебать. Ты подорвал мое доверие. Сейчас начинается. Ты подорвал мое доверие. Сейчас горит фальшиво.
Я просто помолчу. Вот именно, ты молчишь всегда, когда горишь. Нет, чувак, когда ты, когда я горел, я тебе не... Ты молчал, наёбываешь. Нет, лол, я никогда не молчал, блядь, в этой игре. Я не Джокер, когда он фашист, он сидит и молчит, блядь. Ясно. О, ебать, блядь, у тебя там синяя и красная была, блядь, здорово, блядь. Там было две красных. Джокеру веры мало, если честно. Там было две красных, да, Джокер. А, я вытащил, да, там было три красных. Да, ну, конечно, ты вытащил три красных, Арсений, Гитлер. Я, а когда Арсений, я попросил Гитлер, проверить... Да. Назначай кандидата, Джокер. А когда я попросил проверить Диму, ты такой, я хочу проверить Арсения. Потому что он обвинил меня наебал. В том, что я фашист. Назначай кандидата, Джокер. Джокер! Это самое плюс. Если ты либерал, то ты выберешь меня следующим президентом. В смысле, Джокер только что выбирал. Только Джокер только что выбрал Кенни, Кенни стал красным. Он выбирает президента. А, президента. Я вытащил три красные, Арсений. Я понял. Вот, ну, ты Джокер, Динка, дядь, если ты хочешь оправдаться... И Шестрила защищает Динку. Что ты либерал, еще. Выбери меня президентом следующим. Арсений. Потому что я 100% ну, скажи, что ты пиздишь, и на этом мы закончим. Я тебя прошу. Вау. Окей. Скажи, я обманываю, я пытался обмануть вас всех. Ну скажи. Да. Я кому-то я не скажу. Арсений, ты фашист, скажи, признайся в этом. Вы не будете против, если я перемашаю колоду, да? Я Диму перемашаю канцлером. Перемашаю. Нет! Там две карты лезут. Ясно, блядь. Я сделаю Диму канцлером. Все. Каждый раз, когда был Дима хоть как-то у власти, мы принимали только фашистские законы. Потому что Шрус, Лиза, и Димка, это, я блядь, тебе говорю, Шрус, я вытащил синюю и красную и дал Арсению. Арсений скинул синюю, поставил красную. А я молчу, я молчу. Я тебя проверил, ты фашист, Арсений, все. Да, я не тебя проверили, ты фашист. Видишь, ты даже блядь, ты фашист. Меня вообще не почему фашист. Ты не проверил Диму, когда я сказал? Да, я его не проверил. Я тебе сказал, почему. Потому что ты наебал. Кого я наебал? Пойдем в кухню. Оскар. Повар, спасибо. Я думаю... Я сразу сказал, что я тебя проверю. Шрус, Дима и Джокер. Да. Раз, два, три. Отлично, работаем. Что с Димой Джокером? Наконец-то можно помолчать и спокойно поработать, пиздец. А у вас спинг не поднялся? Избрали, блядь, это вот что-то. У вас не лагает немножко, потихонечку так? В смысле лагает? Игра? Так вот, сделаем. Ну, нажимаешь перевернуть карту, несколько секунд требуется, так чтобы вот, как будто пинг. Вот так вот. Все нормально. Дима? А, я жду третью. Канцлер, я передал. Ты жди третью, говорит. Я даже не знаю, как это просто если объяснить. Если сейчас красная, то Арсений делает. Не, если бы третья подряд у тебя была фашистская... Хорошая работа, Дима, я в тебя не сомневался ни секунды. А кто вдохнул так? Благодарю. Это я. Радугу избирают. Так, теперь смотрите. Нет, голосовали. Арсений, Терентий. И что? И что? Нет, я голосовала, потому что я думаю, что Дима принимал закон. Никогда не может принести ни карту. Ваше мнение можете оставить при себе. А я свое при себе. Ну, мы оставили свое мнение. Ну, раз, да, а к чему да. это все было? Ты сказал, ну, что... Дима, я просто мне кажется, Дима вполне понял, типа, мои сомнения. Да. Я голосую. А он не выбрал. Кто, пока? Я все не важно. А, я буду голосовать за Диму на президентских выборах. А я хотел за тебя канцлера сделать, значит, так. Не важно, ты меня поставишь. Радуга, сделай меня. Сделай меня вот канцлером. А, да, личные обиды, личные. Ребят, реклама на стриме занимает полторы минуты в час. Поэтому я очень благодарен всем, кто ее смотрит. Я говорю, сделай меня канцлером. Мне даже хотя бы один синий закон. Я это поторопился и сделал Терентий. Единственная благодарность. Лиз, я пытаюсь выиграть так же, как и ты. Рекламу. Сколько ты принял законов? Если здесь. Ну как вам игра? Если вам нравится игра, же, так давайте напишем чатик какой-нибудь. Фашист Арсений. Смайлик, а это смайлик. Пусть будет, все. Если я вам нравится игра. А они там еще лагерь делали. Джокер, фашист. Да, Дима, я давайте дерюминать, все шифруются. Брат, потом брат сделает меня, что это блок. Да, да, да. Мы такие дауны, что будем твою схему с Терентием проворачивать. Ну конечно. А, полторы минуты сейчас. Вот ребята. Арсений, я Дима. Давайте, раз, два, три. А, ты что, уже проголосовал? Я не голосовал, но какая разница? Господи Иисусе, Радуга, ты до чего? В смысле? Я же, блядь, сам президент. Блядь, кому ты отдаёшь? Кому ты отдаёшь?
смысле, ты думаешь, что Терентий фашист? Да. Ну ладно, это твое и дело. И Джокер. Джокер не фашист стопудово. Дима не фашист стопудово. Да, да. Дима и Джокер, и ты фашисты. Ну, Дима, пока Дима, да. Джокер, и ты. Типа, вот только либеральный закон не принимаем мы. Да, Арсений, да, фашист, Дима, много... Джокер, Арсений, Терентий, фашист. Один принял, я сам говорю, один дал мне. Я же говорю, что насчет Димы тоже сомневаюсь. Он принял один либеральный и два фашистских. Потому я что, дал, Лиза, мне первый раз выбор. Дали две красных. Я говорю выбор, вам, когда я не принимала ни одного закона. Такой выбор, шусь, когда сделайте меня, так меня писали, президентом, и мы войдем в эру либерализма. Но тебя два человека уличили в фашизме после проверки. Радуга, что ж ты так подставляешь? Вот это сейчас наебалово было, парни. Ясно. Я ему дал синюю и красную. Ясно, блядь. Да, ясно, Радуга. Я понял. В смысле, ясно? Да. Я ошибался насчет этого. Радуга, а ты слышал меня хотя бы, когда я говорил? Я хотел проверить избираешь? Это, понимаешь? Кого ты проверяешь перед тобой? Решил Джокер, проверить, Дима сидят чистый. Оскар, Радуга, пожалуйста. У нас очевидно, смотри, я сейчас проведу, и вот для тебя особенно, и потом, а ты думай дальше как хочешь. Вот. Я хотел сам лично проверить. Да, ну проверил, ну все, Димка президент, и он убьет кого-то еще. Типа я считаю, что Радуга очень глупо. Типа я не выберу просто из-за личных обид. Мне кажется, это что-то в этом есть. Я тебя пропустил просто. Димка президент. Что в этом есть? Нет, до этого, когда мы могли убьет. Не принять мне кажется, закон, если ты реально. Дима, канцлер. Эти законы Дима как принял. Раз под Диму и писались. И ты говоришь, что он тебе скинул синюю. Я верю тебе, Дима. Я верю тебе, Джокер. Дима, если ты либерал, то очень зря. Если Джокер Гитлер... Ну, Джокер проверил главный. Немца, фашиста. Ты можешь, Дима, да. Есть? Дима, ну, есть? И он понимаете, согласился. Что если Джокер Гитлер, вы проиграли. Да, я тоже да. Так думаю. Да. А ты понимаешь, да, Дима, кстати. Что... А ты понимаешь, что ты мне не доверяешь тупо, да, Дим? Я не доверяю. Я тебе доверяю, но Джокер проверил, и Джокер мне просто чуть больше. Дима и Джокер решили сейчас ломать комедию, типа, о, не, ну я... О, ну да, конечно, вот смотри, он фашист и пытается что-то... Бля, вот надо было... Да. Конечно, Дима, послушай меня, единственное голос разума тут. Я тебе отвечаю, что я 100% либерал. Если ты мне дашь хотя бы один синий закон, то он будет оно, у нас оно охуенно, Лиз, охуенно, когда тебя не выбирают, а потом, когда выбирают, дают тебе две красные, и ты такой... Дима, меня волнует только... А когда тебя долго не выбирают, и ты наёбываешь, подрываешь доверие. Я не заслужил твое доверие. Типа, он ты заслужил. Я а считал, я же мы с Димой играли. Я это 100% вариант. Ты заслужил. Надо вообще сначала... Максим, вы заслужили, но не так много как... Тише, в зале Рейхстага. Раз, два, три. Бля, не тот крюк. Я вольный! Знал. Изи! Спасибо, парк! Легчайшая, блядь! Зебать, Терентий! Ай, блядь, как я на Джокера ахрил там, блядь, всю игру! Терентий, зебать ты! Я уверен был, что ты фашист! Дима, меня, Дим! Дима, меня слышал! Я слышал! Я вас слышал, но шусты поначалу с... Но кто был третьим? С Терентием, блядь, начал. Я Терентия считал тоже фашистом. Ну ладно, это твой выбор, все, закончим. Ну Терентий, блядь, Терентий. Нет, Дима, ты я тебе сказал, я всегда говорю, что Терентий фашист. Ты фашист, блядь, законы. Дима, тебе стоило меня выбрать канцлером. Или меня. Стоило. Что я могу да делать, я хотел тебя, Шус, но Джокер прям при мне проверил Арсения, блядь, за меня. Я думал, Джокер скажет, что я не фаш. Я тоже думал, что... Ты что, прикалываешься, типа, тебя надо было сливать, чтобы выиграть, все правильно. Прямо сейчас Лиза пойдет на кухню, а мы, может, еще и сыграем. Там Асмодей вроде зашел. Так, мы поздоровались. Первый раз мне фашиста выпало, и тут что-то... Бля, Терентий, я просто был уверен, ты с Арсением. Так его дефал, пиздец. Красиво, Дима. Ты горишь фальшиво. Терентий реально дефает Арсений. Скиньте правильно с этим спик. Я говорил с Джокером. Даже если бы тебя не проверили, я бы все равно знал, что ты фашист. Ты, кстати, меня... тоже себя так странно вел, я прям как шел, странно? Очень странно. Как, в каком месте? Я, выгораживаешь я... Диму, выгораживаешь Джокера. Я знал, Джокера. Что он не фашист, чувак, я просто знал. А что ты Джокера и Радугу выгораживал? А Джокер, а думал, я, кстати, подозревал а Джокер раскрыл Джокера. Этого, Арсения, я поэтому думал, да, что... Да, я сразу подозревала Радугу, я сразу сомневалась в Джокере. Но я, правда, еще в Диме сомневалась. А я в Диме не сомневался, но меня удивил сам выбор Димы. Типа, есть вот ты, есть я. Ну, хотя ты тоже... Потому что я не очень доверял. Ну, типа, себя... Я доверял больше всего Джокеру из-за того, что он отдал. А я только что... Я заметил...